Доброе утро, ребят. 8 утра. Ух, накопаем сегодня. Мишка еще в тряпках. Спит сразу. У нас уже жарко в Кунге. 28 градусов. На солнышке нагревается. Ой, ребятки, утро доброе. Я раньше всех проснулся сегодня. Сегодня вообще странный день. Я вчера первый лег спать и просыпаюсь позже всех. Это тряпочная ондатра. Да, не завидуй. В тряпочке зарылся, смотрите, аж кофточку на голову натянул. Потому что я дверь открыл. Конечно, 28 много... градусов внутри было, блин, солнышко вышло, как начало припекать. Не знаю, не запостил, не было, я ничего не чувствовал, я спал. Я чувствовал, фибас уже давно не работает. Так, ребята, плохая новость. Мишка у нас забыл термос. Теперь он пьет только холодную воду. Сказал, я чай не буду, мне чай не нужно. Я пью воду холодную. А я хочу чай пить. Жалко, что его на день теперь не сделать, а надо будет каждый раз кипятить. Ну, что поделаешь. Нет, ну ладно, он забыл, ребят, термос. Ну, как туалетную бумагу можно было забыть? Сейчас будет шишками вытирать. Одно место. Ну вот, чай готов. А вот здесь ты ее зря бросил. Придет медведь. Вот смотри на мой бутик. Где она у меня? Я не бросал. То есть ты ее перевариваешь потихоньку, да? Нет. Ты заколебал. Ты нагрызи их в это. Так, мне группу их вкладывает, как будто я их сейчас это доем. Я не знаю, тоже я, в принципе, не против. Как будто у тебя нож в руках, говоришь, такая. Кстати, вот об этом я не подумал. Где-то весомый аргумент. Пользу быть поскромнее. Да! Все. Мы проснулись, расчесали зубы, попили чайку и готовы начать наш коп. Вот такой у нас комплект. И сейчас пойдем вот туда вот. Вот там вот будем. Мы находимся на берегу речки. И вот там вот будем сейчас смотреть. Потому что близко к берегу, наверное, вряд ли что-то будет. А там... скорее всего, что-то да есть. Ну что, пойдем поищем. Ну вот, ребятки, кирпич пошел. Это очень хороший знак. О, виноград лосиный. Вот, нашел створку печи с вот такой звездой. Интересно. Советы. Советы. Пятиконечная звезда. Здесь была печь. Стояла. Значит, было какое-то жилье. Когда-то. Ну вот, ребят, шел я шел. Тут он везде. Лосики у нас ходили, вот их следы. И сигнал выкопал. Сигнал у меня здесь. Вот, много прошел, сигнал такой. Надо сказать, бегает, просто решил посмотреть, что такое.
О! О! Монитос, ребята. Монетка какая-то нашлась. Сейчас посмотрим, что это такое. Блин, я думал, какая-то фигня, железяка, что ли. Так, что это такое у нас, ребята? О, царь. Это у нас царь стопроцентный. Какой непонятно лежал. Ну, тут видите сами, вода. Одна копейка. Да, одна копейка точно. Ну что, вот есть результаты какие-то. Приятные начали появляться. Так, ребятки, сигнальчик. Сейчас посмотрим, что там. О! Походу, крышка от вазелина или от чего-то раньше таких бутылок были. Интересный сигнальчик. А, опять вот эти аккумуляторы какие-то. Аккумуляторы, ребят, какие-то. Кругленькие, медные у них полоски. Ребят, повезло найти мне 20 копеек 30-го года. Ну вот, первый билончик наш. Да, смотрите, сохранился. Красота, сохран вообще отличный. Очень хорошо сохранился. Давай, ныкай, Мишка, его. Молодец. Дайте мне 5 пальцев. Молодец. Вот, первое серебро у нас. Надо станцевать серебряную джигадрыгу. Ну вот, ребятки, Мишка опять монету нашел. Так, ребятки, это у меня... Че, года не видно? Да. Нет, видно 31-го, по-моему, год, посмотри. Да, 3 копейки 31-го года. Ну что ж, поздравляю вас, Михаил Юрьевич. Я чую, мы в этом месте руки отобьем на каждую монету. Давать 5. Да, синие руки будут, да. Он. Вот, ребят, стол бобровый. Бобры сюда хавать ходят. Смотрите, деревьев навалили сколько. Сейчас покажу вам поближе. Вон сколько деревьев набили. Друзья леса. Обгладывают кору мощно вообще. Нормально, ребятки, смотрите. Достал топор обломанный. И так его с руки кинул, он бац, и воткнулся в дерево. О как. Я суперметатель топоров. Так вот его. Хоп! Ай! Улетел. Правая рука не мое. Так вот, нашел топор. Нашел топор. Сейчас посмотрим, что тут есть. Пищит что-то. Что пока непонятно. Ну вот. Вот она. Солица деревень. Крышка водочная. Раз. Ну, ребят, посмотрите. Буквально прям вот в луже выкопал такую кучу жижи. Нашел. Нашел конинку. Вот. Вот такие у нас прульки. Иду здесь. Да, на лодке здесь пройти нереально, ребят. Здесь даже на шерпе нереально. По реке. Это надо все пилить, рубить. Короче, такая работенка нелегкая. Ну что, ребят, разведка выяснила, что место, в принципе, не битое, но это какие-то советские постройки. Самую раннюю монету, которую мы нашли, это Миша нашел у нас 30-го года, билончик. 31-го года. 30-го. А, 30-го года, да. 30-го года, да. Вот, и мы пойдем сейчас, есть несколько по реке таких же мест интересных, но куда уже не было дорог, и мы, скорее всего, думаем, что там могли также селиться люди еще раньше. Вот, попробуем поискать, посмотрим, может, наткнемся на что-то действительно старинное. Здесь, наверное, монеты есть, и
До нас здесь вряд ли кто-то был, потому что сигналов очень много. Но, скорее всего, это какое-то колхозное было поселение такое, куда приезжали на сезон. Денег у них с собой не было, потому что они особо не нужны были. Здесь очень много металлов разных, как бы запчасти от техники какой-то, еще чего-то. То есть вот в 50-х годах здесь, наверное, какие-то были, какая-то стояла база. Вот, нашли здесь 4 монеты мы и все. И вот эти чешуйки, которые непонятно от чего. Так что мы пойдем сейчас попробуем немножечко другой вариант поиска. Сделаем так, как не сделает никто. Все, ребятки, пробуем. Ныряем. Да, конечно, нужна лебедка для того, чтобы вот в крутых берегах таких выходить. Именно. Сейчас где-то раз причалили к берегу, зацепились за дерево и чок-чок-чок-чок-чок. Прям просто для страховки, чтобы не кувырнуться назад. Нам сюда надо. Да. Еще попытка. С чего и найдем. Да. Ну что ж, замечательно, вот оно приключение. А сейчас мы скоро, ребят, мы быстренько пробиваем эту поляну и будем сплавляться вниз по реке километров 5, наверное. То есть там будут еще такие интересные поляны, до которых нет ни дорог, ничего, и попробуем пробить их. Конфетку хотите? Видите, какой Мишка добрый. Ну вот, ребятки, яблонька стоит. То есть была жизнь на этом Марсе. Бывают какие-то дробовые сигналы. Дробь где-то осыпалась, может быть, здесь охотились когда-то. Ну что ж, ребят, и вот первая находка. Это вот такая конинка. Это хороший знак. Значит, мы на верном пути. Что ж, будем искать. Еще конина! Ну что ж, ребятки, вот еще одна конинка. Значит, мы на верном пути. Сейчас я почищу, вам покажу. Хотя, что ее показывать? Конина, она и есть конина. Украшение конской упряжи. Но, тем не менее, вот такая вот приятная находочка. Ребят, ну вот еще одно подтверждение, что мы находимся на старине. Это вот такой кованый гвоздь. Что ж, надо искать. Надо искать. Нет, ребятки, все-таки нашел. Укатилось это у меня вот сюда вот. Под листик упало. В сторону от комка. Это пуговица. Да, пуговица. Ну вот, ребят, звенит. Либо медь, скорее всего, звенит. Так, у меня... Сигнальчик достаточно четкий.
Посмотрим, что тут. Кирпич, ребят. Кирпич. И это не может не радовать. Что-то большое. Что-то большое. И это что-то большое у нас. Осколок от печи. Так, ну что ж. Хорошо. Хожу на всех металлах. Чувствительность вырастает у Deus, конечно, значительно, когда убираешь дискриминатор. Дискриминатор 4.5 у меня стоит сейчас. Чувствительность 96. Можно еще добавить. Частота 17.6. Вот, ребят, к сожалению, садится камера. Ну вот я нашел 20 копеек. 51 год, 61 год. Лягушка, лягушка, шипни мне на ушко, где спрятан клад, а я буду рад. Ну, давай, показывай. Давай, 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 давай. Поисковая лягушка у меня дрессированная. Давай, давай, не туда. Вот туда, мне кажется, там. Давай. Кш-кш-кш-кш. Давай, убегай. Эх, не в духе лягушка сегодня. Не показывает клады. Ну что, ребят, кто бы что ни говорил, окоп — это конский труд, скажу вам честно. И посему не надо себя лишать удовольствия вкусно покушать. Что мы сейчас и сделаем, благодаря нашему верному другу и помощнику, грилю О'Грил. О! Да-да, мне не стыдно его показывать, рассказывать, потому что это вещь действительно хорошие. Итак, моем руки и приступим. Кстати, кто покупает гриль, а его можно купить со скидкой, если вы назовете кодовое слово Герасим Шерп или скажете, что вы с канала Герасим Шерп, для наших подписчиков есть скидка. Вот, кто покупает гриль, не поскупитесь, купите вот такую для него специальную сумку. Это аксессуар, но очень удобный. Тогда вам не надо будет морочиться ни с какими другими штуковинами. Опа. Ну что ж, гриль готов. Сейчас подключим шланг. И все. На споре 3 был Дэйв. Приехал из Канады. И они командой выиграли спор 3. Заняли первое место. И у них YouTube канал, такой очень мощный YouTube канал по квадроциклам, по всяким активным видам экстремальным спорта, Оста Крузер. И вот он сертифицировал на Шерп, приехал, покатался, опробовал его, порулил, им понравилось, они просто без ума от машины. И этот обзор можно будет посмотреть у ребят на канале. Я его, ну, не снимал просто. Ну что ж, решетка прогрелась. Делаем вот так. Смазываем маслом решетку.
ребят, надеюсь, я вас не сильно утомил этой рекламой. Да-да, это именно реклама. Но реклама, которую не стыдно показывать и приятно смотреть. Спасибо. Те, кто захотят приобрести точно такой же гриль, которым мы пользуемся уже не один год, вы можете внизу перейти по ссылочке под роликом, либо позвонить по телефону, указанному на сайте официального дилера компании O-Grill, и сказав пароль Герасим Шерп, либо сказав, что вы с канала Герасим Шерп, приобрести такой же гриль со скидкой в 7%. Приятного вам аппетита! А мы едем дальше. Вот, ребят, Мишка лезет в бардачок наш. Возьмем веревку на всякий случай. Где мы не сможем выйти на берег, мы будем привязывать просто вездеход, и тогда будем так пробивать полянки какие-то по берегам, еще что-то. Все-таки надо лебедочку маленькую поставить будет. Потому что очень удобно. За дерево зацепился и поднялся практически в любом месте. Притормаживайте одним рычагом. Если будете тянуть два, то оба фрикционно расслабятся и будет у вас рывок. Ну что ж, мы сплавляемся. Все, ребят. Попадает в речку. Береза смотри какая стоит. Ребят, вот так вот и идем. Хорошо! Трог! Народ, ради этого стоит жить!
Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.